Если хочешь идти быстро, иди один. Если хочешь идти далеко, идите вместе. Именно этой пословице следуют курские студенты. Случайное знакомство переросло в большую дружбу. Сейчас товарищи воплощают свои заветные мечты, одна из которых – обеспечить всех курян новой точкой притяжения, удобным и доступным пространством в самом центре города. Инициатором проекта стал мой одногруппник Галина Юрий, который решил преобразить эту площадку и предложил нам, своим, так сказать, сокомандникам. Мы поддержали его инициативу, и вот сейчас мы начали разработку проекта. Раньше на этом месте находился коммерческий сад. Сейчас друзья развивают свой проект на базе студенческой студии и имеют поддержку более опытных коллег. У меня уже был опыт благоустройства территории по адресу улицы Кирова, 5. Мы выигрывали в прошлом году грант на сумму 300 тысяч рублей и реализовали проект под названием «Площадка детства». Соответственно, благоустройство состоялось. У меня уже есть небольшой опыт в этом. У юных альтруистов есть идея, желание и даже 3D-модель, сделанная своими руками. Не хватает одного – ждут свою команду архитектора, единомышленника. Конечный результат представят в администрацию города. Мы созваниваемся очень часто, мы общаемся просто так, не только по проектной деятельности. И когда закончится вот масочный режим, мы собирались вместе выбраться на пикник, потому что мы очень соскучились по всем за это время. Пандемия исключила объятия и даже рукопожатия, но по-прежнему в ходу одобряющая улыбка и искреннее участие. Анастасия Шевелева, Антон Латышев. События дня.